Такс. Мы начинаем продолжение Шенму. И сейчас будет уровень, где нам нужно найти зеркало Феникса, которое нам поручил найти мастер Чен. И связываться с ним нужно только через этот, как его называют, через телефон. Никаких действий пока, он сказал. Ну все, погнали. Вот может с ней поговорить? С Инесан. Вспомнил что-нибудь насчет того дня? Я не по себе до сих пор от этого. Нам сюда пока не надо, я нечаянно нажал. Нам нужно поближе. Опа-на. О! Знакомый друг. Работаешь с Ланди, да? Если бы я работал. Почему ты? Ну давай. На тебе бубен-то, а? Street Fighter, да? Ну, блин, а? На! Мне бы хоть жизни показались, да? Он боится, что проиграет, если продолжит. Телохранитель? Отец сказал мне защищать тебя, охранять. Зачем? Успокойся. Если ты не будешь жить, это будет проблема для нас. Ты все еще не понимаешь свою роль, не осознаешь, да? Если Ланди возьмет это зеркало, никто не сможет остановить его. Да, перед тем, как они начнут что-то там подозревать, скорее найди это зеркало. Опа-на. Что еще за уродец? Ланди. Ну да, зеркало Феникса.
Лилсон, я? Что такое? Я сказал Инесан. Я сказал ей, что ты делаешь. Это сказал ей все, что ты делаешь, все, что знаю. Инесан нужно было знать, я не смог просто ничего сделать с собой. Извини, пожалуйста. Все в порядке. Ты знаешь что-нибудь о зеркале Феникса? Моего отца должно быть оно было. Никогда не слышу, чтобы он это говорил, да? Да? Инна сам могла бы знать об этом что-нибудь. Надо пойти спросить ее. Да, говорит слишком громко, не так ли, да, Фукусан? Я просто слышу, как вы двое говорили. Мы говорили? Да, извини. Было грубо с моей стороны, да, подслушивать. Я чувствую, как я подвожу твоего отца, как бы, да? Не хочу, чтобы ты ввязывался во всякие там эти авантюры. Я не знаю, поможет это или нет. Есть одна вещь, которую я помню. Не было так давно, да? Что-то купил, да, он, его отец. Не знаю, что это было, но сказал, что это было очень важно. Отличный магазин, да? Но я в нем был. Он находится в Дубуите. Вон он, антикварный магазин, да? Идем, короче, сейчас направо. Так. И опускаемся до него. О, надо поговорить с ней. Какой-нибудь прогресс ты есть, да? Нашел кое-что, что отец оставил для меня. Твой отец? Увижу тебя позже, да? Ага. Антикварный магазинчик, да, нам нужен.
Может быть, вот он. Да. Античный магазин, антиквариат. Простите. Бьет часы 12. Приятный звук, да? Не согласен? Сделан специально для женщины-бабочки. Ты знаешь, мадам, бабочку, баттерфляй, да? Сын, да, его, Хазуки-сан-сен. Твой отец. У меня кое-что есть, как говорится, да, я кое-что держу тут по приказу сенсея. Так куда я это положил? Это очень важно. Я положил это сюда. Он просил меня за этим ухаживать, присматривать, да? Когда ему было 18, ему дали это. Не знает он об этом зеркале. Спасибо большое. Ну вот, в общем, эта античная штуковина передавалась из поколения в поколение. А насчет зеркала он ничего не знает. Ну, как бы, для меча. Ланди никогда не получит другое зеркало, да? Так. Ну, с вами друганами поговорим. Hey man, got some really rare stuff in. Опять то же самое. Quality navy coats and some radical survival gear. There is a lot of fake stuff circulating these days, but we only stock the real thing. I see.
Нет, не то начал набирать. Ой, ой, все правильно. Можно на Е, да? 0, 4, 6, 8. Шесть один. Позвоним, попробуем, не знаю. 5, 6, 4. 5, 6, 4. Наоборот. Я понял. Я забыл. Dragons. Warehouse number 8. Master Chen, please. Excuse me, but you are... My name is Hazuki. Just a moment. What is it? Yeah. Have you found the mirror? No, not yet. Contact us once you've located the mirror. I understand. Ну, когда вот найду это зеркало, как бы с ними связаться. В общем, нужно искать зеркало. Да, ну где я его буду искать? Я пока знать не знаю. I've got something to ask you. Do you know anyone who is familiar with antiques? Well, I have no idea. Maybe you should ask someone else. I see.
Good idea. Так, сейчас подождите, я небольшой перекур. Сейчас я дело одно сделаю. Секунду. Так, все, я возвращаюсь. Сейчас будем искать это злосчастное зеркало. Я не пользуюсь никакими подсказками. Я их просто вообще не люблю. Вот. Я играю, ну, мне так. Иначе игра убивается, сюжет убивается, интереса не будет. Вот. Так, вот с этим надо поговорить. Да хотя вряд ли, конечно, что он по зеркалу скажет. Excuse me. Hey! You're Tsuru Oka-san, aren't you? So you remembered. Always buy from Jupiter's Jackets. That's a nice jacket, but how about wearing one of these sharp jackets sometime? No thanks, I have this. Не нужны никакие мне жакеты. You're a particular guy, huh? Не нужны жакеты. И без них хорошо. Thank you.
Так. Где это зеркало искать? Я не буду смотреть никаких прохождений абсолютно. Буду общаться с людьми чисто, да? Вот. Это не мой стиль смотреть прохождение. Так, сюда я пока не пойду. Аои-сан. Эй, Рио, Рио. Да? Ты занят? Да. У нас типа нет свободного времени, мы бедные, да? Хочет петь в караоке, желает, чтобы петь в караоке баре каждый день, да? Ну, короче, ничего пока важного здесь. В этом городе. А где я тут буду искать зеркало, вот скажите-ка мне. Тем более оно где-то есть и в доме. Мне кажется, мне надо вернуться к нему в дом. Там увидим. Что будет. Вернусь в дом. Так. Посмотрим, что в Рио, да? В доме. Потому что надо искать зеркало, а где я его буду искать? Дубуити, там никого по-любому нет. Звонить бесполезно, пока я зеркало не нашел. Сейчас посмотрим. Может, вот эту античную штучку Инна-сан принести? Фук-сан. О! Yes. This was at the antique shop for me. Let's see. It's a sword handguard. Yeah. It was my father's. It's a part of my inheritance. Это отцовская штуковина, да, которую он купил. Видел это до этого, этот дизайн, да, вот этот подобный. Ты спрашивал Инна-сан? Семейный герб, как бы, да? Ты должен спросить ее, ты прав. Сейчас найдем Инна-сан. Спросим ее, так ее здесь нет. Такс. Сейчас поищем ее. Она один прибирается к любому. Thank you.
Так, ищем ее. Здесь мы... Нет, это, наверное, туалет. Здесь ее нет. Так, Ctrl, да? Сейчас поищем. Вот она, медитирует. This was at the antique shop. Это было в античном магазине, да? A sword handguard. Ine-san, do you know anything about this? Ты знаешь что-нибудь насчет этого, да? The snow ring, the two stars, and a sword. Снежное кольцо, да, две звезды и меч. Я думаю, есть определенная связь. Может, твой отец оставил нам подсказку, да? Вот кольцо, да, снежное, две звезды и меч. Спасибо. Это семейный герб, да? Хазуки, да? Типа того. Ну, сейчас посмотрим. Так, сейчас она Инесанта пройдет. Такс, ага. Идем дальше. Я думаю, можно идти дальше. Только я не знаю куда. Ну, во двор выйдем пока. Времени почти 6 вечера. Может спросить друга нам его. С кольцо, звезды. Не знаю. Такс. Бежим. Может, кого-нибудь встретим сейчас? Вечерку-то, да? Кто знает. Тут сюжет неожиданный, не знаешь, когда кто что появится. Может, какой-нибудь вечером может появиться чел, да? Пришли опять.
Так, сейчас, секундочку, сейчас я подойду опять. Сейчас пока будем думать, да, как добыть это, как говорится, зеркало. Просто унизил его своим словом, когда сказал: ты этого не можешь, я это могу, потому что это действительно так и есть. Thank you.
Так, я на месте, товарищи. Так, сейчас мы... Все. Провечерело. Может быть, сейчас кто-нибудь на нас нарвется. Завечерело. А, уже 8 вечера даже почти. Да, так что я поздновато пришел в Дубуиту. Ладно. Это джинсы «Водяной дракон». Ну-ка, я зайду к предсказательнице. Может, чего она хорошего скажет. Вот. Welcome to Lapis. I've been expecting you. Ожидала тебя. Добро пожаловать в Лапис. You are worried about something, yes? Yes. Shall I read your fortune then? It's 300 yen per reading. Давай, давай. Пробуем. Yes, please. Да, пожалуйста. What type of reading would you like? Что тебе нравится? Ну давай подсказочку. Please tell me a clue. Very well. Ага, I can see it now. Какую-то мне подсказочку дашь. Свеча горит в большой комнате. Я вижу меч, ну без его, без держателя, да? I see. Shall I do another reading for you? Yes. Давай еще. Well, what type of reading would you like? Будущее. Please show me the future. Very well. I can see it now. I see a large axe. This axe shall open the path to your destiny. Она видит большую секиру, которая откроет мне путь к судьбе. Ну, не знаю, что за большая секира. Понимаю. Ладно. Секира, свеча. Ну, хрен знает. Не надо пока. No, thank you. Well then, please come again when you seek guidance. I will. Goodbye. Приходи, если тебе нужна будет помощь, да? Если ты ищешь направление, да? Может зайти вот сюда. Китайский этот магазиночек. Да, здорово, типа, да, Хазуки-сан? Yes, a little. Немного занята она, да? Я не продаю вещи, да, которые люди покупают каждый день. Мой внук Гао Вэн все еще играет, да, на улице. Приходи еще, типа, да, говорит. Вот. Ну, как бы ее сын играет на улице, все еще дети полны энергии, она сказала. Еще приходи, там, как говорится. Так. Та-та-та-та-та. Thank you.
Так, так, ищем, куда нам еще сходить. Я не знаю, в бар это вряд ли нам придется идти сейчас. В бар-то вряд ли. Так, может быть, вот с этим поговорить, товарищ? Оно-сан. Эй, Рио. Извини. Но у меня еще есть один, да, который нужно починить после этого, извини. Хорошо. Опа-на. Это еще... О, пьяница какой-то. Эй, товарищ, да? Эй, ну ты чё? Позволь мне купить тебе выпивку. Иди, что ты делаешь, да? Эй, остановись, товарищ. Ай-яй-яй, я не успел. Я не успел. Так, товарищи, знаете, я сейчас вот что сделаю. Я сейчас перезагружусь, чтобы опять нарваться на него. Потому что я нужен вечер, чтобы на него нарваться. Я так понял, да? Сейчас загрузимся и пройдемся опять. Так. На пьяницу нужно нарваться. Потому что... Так, у меня вроде... Ну, в принципе, мне уже не надо идти к ней, предсказательнице. Просто на пьяницу нарваться нужно. Сюда не надо. Вот он сейчас мне здесь встретится. Вот он. Опа-на, получил. Эй, ты в порядке? Оставь меня одного, убирайся, да? Сейчас зайдем сюда, посмотрим, что тут можно. Okay.
Алекс. Ну, не знаю, куда идти. Хрен знает, товарищи. Я пока не знаю, куда идти. О, друган. А, можно на магнитофоне, да? Если что-то я могу сделать, просто спроси меня, хорошо? Киру, считай, нашли подсказку, да? И подсказку она нашла мне, этот, как его называют, помимо секиры, свечу горящую. Хрен знает. Я не знаю. Я к ней вернусь, конечно, предсказательница тысячи. Пока не знаю, что делать. Я все хожу кругами. Посмотрим. Я пришел к дому.
Так, она здесь? Нет, ее нету. Так, сейф. Слип. Поспи. Не знаю, блин, у пьяницу-то я долбанул, а дальше ты чё? В Дубуиту, что ли, сходить? Не знаю. Не знаю, что делать, если честно. Туда сходил, сюда сходил. Здесь делать нечего. Опять может заплатить деньги за... Still not open? Еще не... А, с 10. С этим. Hey, man. How's it going? Как дела? Как дела? Как все идет, да? Ты ищи свищи, да? Кумина-сан. Hi. What can I get you? Поговорим сейчас. On the contrary. Well, my bread isn't selling as well as before. What? I'm not worried about Tom's hot dogs or... Опять со своим хлебом, ё-моё. ...much, but Bob's pizzeria. He's a tough competitor. I see. Крутой конкурент, да, Боб? Своей пиццерии. Блин, не знаю. Ну вот честно встал, где искать? Ну, подсказка там, секира, свеча в комнате и... А дальше что? Свеча, свеча, секира. То, что она мне находила подсказки. Не могу связать это ни с чем просто здесь пока. Вот я ни с чем не могу это связать. Так, это тоже закрыто пока. Томаты тут. Не знаю.
сейчас зайдем опять. Ну, я делал это чуть ранее. Не знаю, что тут искать. Щук. Ждем 10 часов, почти что уже время подошло. Сейчас зайдем опять к гадалке. Да уж заблудился, так заблудился. Excuse me? You seem troubled. I am. Shall I read your fortune then? It's 300 yen per reading. Yes, please. Well, what type of reading would you like? Да, подсказочку. Please tell me a clue. Very well. I can see it now. A candle burns in a large room. I see a sword without a sword handguard. Не знаю. Свечу. Меч видит без оболочки на нем, да? По охватке вот этой. Shall I do another reading for you? Yes, yes, давай. Yes, please. Well, what type of reading would you like? Будущее. Please show me the future. Very well. I can see it now. Ну что, ты видишь секиру, да, большую? This axe shall open the path to your destiny. Эта секира откроет врата к твоей судьбе. I see. Shall I do another reading for you? Yes, please. Последний разочек. What type of reading would you like? Please tell me the gamble. Very well. I can see it now. The number which will lead you to victory is 2. Yes. Номер 2, который меня поведет к победе. Ну уж я не знаю. Shall I do another reading? Нагадал, да? Не, не надо. No, thank you. Well then, please come again when you seek guidance. I will. Goodbye. Ну, если тебе нужно будет, да, искать моего просвещения. Свеча в большой комнате. Меч. Там же мне. Не знаю. Дай мне знать, если тебе нужна будет помощь. Блин. Ну, античный магазин, он где-то здесь. Вот он. Можешь с ним опять поговорить? Ойси-сан. Yes, what is it? Did you hear anything from my father about a mirror? Ты что-нибудь слышал от моего отца по насчет зеркала? Зеркало? I don't remember him saying anything about a mirror. Ничего не is помню. So? Это так? Так, это... Не помнит вообще ничего, что он говорил что-то про зеркало.
Ну что, его что ли спрашивают по зеркалу? Как бизнес, да? Должен признать, у меня были лучшие дни, да? It's hard to get up from my toasty warm futon on a chilly day. But once you go outside, that cold air sure wakes you up quick, eh? Yeah, I'll see you later then. Sure, drop by again soon. Ну, заходи, заходи, как всегда. Ничего стоящего он не говорит. Жратве. Сначала мне нужно найти зеркало Феникса. А где я его буду искать-то реально? В Дабуите не с кем вообще общаться. Да, типа, да, все в порядке. Excuse me? Who is that? Кто там? Рио Хазуки from Yamanose. Рио Хазуки из Yamanose. А, это Рио. Sorry, Mama get real mad if I unlock the door. Мама очень разозлится, если я открою дверь, да? Извини, что помешал. Хорошо, я позже зайду. Пока-пока. Свеча в большой комнате. Не знаю, может, пока запишусь. Не делай ничего безрассудного. Хорошо, спасибо. Ладно, я пока прекращу стрим. Я просто пока не знаю, что делать. Мне просто даже
никаких идей нету, куда идти дальше. Пока не знаю. Ладно, час 12 пока сыграл, я пока бегать не хочу по 1000 кругов. Пока прекратим. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч.